Всем привет, ребята. Так, сейчас сначала внимательно смотрим, слушаем, потом принимаем какие-то решения, как всегда, да? Ребят, сейчас только что связался с батальоном Москва, 106-я дивизия ВДВ, это у которых я был на посвящении, это который создан чисто из добровольцев, там в основном ребята из околофутбольной среды, короче, разное фанатье, там много старых знакомых. Я был на посвящении, мы им помогали, мы им уже предоставляли импульсные пушки и немалые суммы предоставляли на снайперские патроны, потому как оказалось, они там стоят обалдеть как. В общем, ребята сражаются отчаянно, ребята все добровольцы, ребята все на идее, чисто наши ребята, вот серьезно. Мы их как бы поддерживали с первых самых начинаний. Я лично слышал уже от ребят, которые с ними были в бою, что пацаны просто вообще отличаются прям конкретно, молодцы. Там уже ордена пошли, представляете, то есть раньше хулиганило, чтобы получили ордена, но это нонсенс. В общем, ребята сейчас на направлении Работино, там горячо, очень горячо. Разговаривали еще месяц назад, что нужна машина срочно. Сейчас связались, просто тотально нужны машины. Они говорят, там даже арты птички попадают, птички даже, то есть птички слетают под арты. В принципе, все хорошо, все нормально, но требуются машины. То есть, если сейчас с птичками все уже, в принципе, более-менее разобрались, уже начались какие-то поставки, куда ни шло. Сейчас самое сложное – это машины. В общем, нужно два пикапа, как мы делали L200, да, ребятам. Они говорят, красить не надо, времени нет, нужны срочно. То есть, мы покрасить не будем, они говорят, как можно быстрее взять, привезти. Поэтому объявляю сбор, как всегда мы делали. Я говорил, что до осени мы тормозим по сборам, вот сейчас мы его открываем. Нужно купить две машины. У меня еще гуманитарка лежит, потом покажу. Там полные коробки ребята передали. Ну и еще там по дороге, естественно, заедем к десанту. Поэтому сбор объявляю. Все как всегда, ребят. Обязательно. Карта Тинькофф пишем. Пожертвование на СВО. Делайте перевод, пишите пожертвование на СВО. В Альфа-банк через СПБ подписать не получится. Ничего страшного. У нас с банками более-менее диалоги все налажены. С Альфа-банком можно не подписывать, в принципе, у нас нормально все. В Тинькофф они проверяют и то, и другое, но мы все равно потом банкам всю отчетность предоставляем отдельно, чтобы по 115 закону не было у нас никаких проблем. Поэтому присылайте, собираем. У меня там еще чуть-чуть тоже лежало денежек, еще осталось чуть-чуть, все добавим, все расскажу, закуплю, отремонтирую, если нужно будет, и сразу же, естественно, сам лично все туда отвезу. Ребятам реально нужно. Наши мужики там, я тысячу раз уже говорил, вне зависимости от политических убеждений, какая-то внутренняя политика, согласны, не согласны, все понятное дело, но наши пацаны и мужики там. А уж такие батальоны там, да, и подразделения, как Москва, как Испаньол, еще там вообще неимоверное уважение. И тот же самый Арни, огнеборец, да, Арнюхи в свое время мы там тоже поставляли все. И наши пацаны, которым требуется... Мы и буханки закупали, все отвозили. Сейчас требуется срочно, прям бегом. Две машины надо купить, сделать, отвезти. Я все выполню. От батальона «Москва» 106-й дивизии ВДВ выражаем братскую благодарность Михаилу Маваше, Евгению и движению «Северный человек» за предоставленные антидроновые ружья. Спасибо вам, братья! 1, 2, 6! 1, 2, 6!